занимается камнями, в этих недоработанных копьях находят живых аметистов, конечно. То есть говорить, что тут все выбрано, это абсолютно неправильно. Выбрано до глубины. Единственная копь — это каменный ров 70 метров глубиной. Вы видели ее, наверное, нет? Не были. Это рядом с Ватихой, где центральный ствол Ватихи, всего метров 300 в лес туда, в сторону Нейрошайтанки, идет копь шириной всего лишь только плечи. И на глубину 70 метров уходит. Можете себе представить, и как они с водой боролись. И тянется это жило почти 500 метров. Вообще смотреть на нее впечатлительно, конечно. Пермь была, Пермский губерний округ, а Екатеринбург был подчинен, и все уходило в Пермь и дальше. Ну и вот такие вот вещи. И главное, что забыли, что, например, в одной Южакова при переписи 912 года насчитали 212 шагранных станков. Это сколько же надо было иметь материалу, чтобы целая деревня занималась огранкой. Огородки тоже занимались огранкой. И по всему району, значит, что не деревня, то какими-то занимались своими камнями. Мурзинки, например, больше занимались разнообразными камнями. А вот Сизикова только аметистами. Потому что Сизикова рядом была с Ватихой, со всеми аметистовыми полями. А Южакова занималась топазами, перилами, аквамаринами. Они и научились отвлекать эти марионы. Марионы он всегда присутствовал в этих заножках. Значит, они делали запруду наверху и копили воду. А зимой добывали эти пески, а потом ели, ложили комлем вверх. То есть, чтобы ветки были вот так. Укладывали дно всем, и на эти ели сыпали эти пески. Потом открывали шлюз, и шла промывка. До 250 камней только сапфиров и рубинов за одну промывку добывали. Не считая, что тут же попадались и топазы окатанные, там перилы. Почему рубины и сапфиры здесь, это до сих пор пока загадка. Хотя вообще самое интересное, во время советской власти вот эта Ватиха добывали аметисты, им платили за проходку и за твердость, как говорится, породы по категориям. И этим рабочим было до лампочки, эти аметисты. А называлось, хотя это, как говорится, разведка с попутной добычей. Успеют геологи выхватить занорыш. И вот эту Сизиковскую дорогу, часть, почти всю, они отсыпали, ямы эти засыпали, брали, значит, бульдозер, сыпали на машину, увозили сюда и высыпали вместе с аметистами.